сказал, говорит, спишь, забыли. Придурки, блин, поиздеваться решили. Курить хочу. А ты не думай. Подумай о чем-нибудь другом. О чем-нибудь хорошем. О хорошем? Ты что, поиздеваться решил, а? Ты чего трясешься? Земля у вас холодная. Мерзнет. Мерзнет. А чего приперся? Сидел на своем кишлаке, нажарился на солнце. Надо было. Старшей сестре замуж пора. И чего? Денег надо. Приданное надо. Много? Много. У меня 7 сестер и только один брат. Мы вместе Колым собирали. Сначала одной сестре, потом другой. Понимаешь? А что? Так без Колыма нельзя, страшные, что ли? Ты думаешь, что говорить, да? У меня сестры все красавицы. Только без Колыма нельзя. Стыдно. А где его взять? Дома работы нет совсем никакой. Вот, приехал сюда дома строить. Ах, я строитель. А к моей Ленке так и пристроился, да? Слушай, я ж не знаю, что она твоя, а? Я ж как нормальный человек, понравился девушке, женился. Все у нас хорошо было. Я, значит, помешал чужому счастью, да? Эй, ты чурка, а? Черт, хотел же контракт подписать. Нет, блин, дембельнулся, домой хотел. Приехал сюда, тут вот такое западло. И пацаны мои, хорошо, не предупредили. Чурка! Слушай, а я, может быть, тоже хотел, чтобы у меня все хорошо было. Чтобы свадьба была. Чтобы пацаны гульнули. Чтобы маманька довольная была. А что вышло? Какой-то Алибаба у меня Ленку увел, да? Что это за место? Мысли есть? Кому говорю? Ну, молчи, молчи. Не должны мы с тобой в одном месте оказаться. По каким-то божьим понятиям не положено. Я ж тебя ножичком почикал, значит, ты того. Без вины убиенный, значит, тебе положено. Келет до рая. До рая? Ты меня как собаку в яму бросил. Одежду снял, землей забросал. Ни молитв, ни доброго слова, да? Не могу я теперь дорогу домой найти, предкам своим! А все, ты! Ты! А ты как сюда попал? Нажрался и вдовился. Маманьки или колбурки. Сидел себе дома один, кирял, вдруг накатило. Представил себе так ярко в красках. Вот поймает меня, притащит на суд, бросит от чего какое-нибудь за решетку. Прокурор пробудит, что я представляю большую опасность для общества. И дадут мне лет, как это, 17. И просижу свои лучшие годы на зоне. И тебе с девкой, и с пацанами гульнуть. В общем, вся жизнь на смарт. Заревел, как баба. И удавился. Зря, наверное? Только что ж.
смотри! Какой костюм мне пацаны на прощение подогнали, а? Хотели еще галстук, но Манька завопила, что хватит ему этот петель на шее. А я чего? Я ж сроду галстуков-то не носил. Но в общем, хорошо проводили, только попу открывать отказался. Так я тут тоже без малин. Вот, блин, попали, а. Ты искал? Искал. Искал, отец. Только как же его здесь найдешь? Здесь такой лес. Черный, сырой, края не видать. Отец, тут и живой человек легко пропадет.
а уж мертвого спрятать никаких проблем. Плохо искал, плохо. А чем зря ты так? Искал я его. Хвачу. Ну куда они могли пойти? Никто не знает. Никто. Вместе они в лес ушли, а вышел только он один. Теперь у него не спросишь. Хватит, отец, поздно. Ложись. Зачем Мансур с ним связался? Лаял бы, как собака, не обращал бы внимания. А ты, батя, что сделал? Смолчал? Слушай, ты иди,
Мне надо с отцом побыть. Давно его не видел, соскучился. Куда я пойду, а? Куда ты меня гонишь? Иди к матери. Сейчас не понял. Ты сейчас меня послал, что ли, а? Послал? Иди домой! Ты что, а? Иди к матери, иди, да? А ну и надо. Тебе надо. Повидаешь, может, про меня расскажешь, а? Ладно, пойду. Только ты особо не надейся. Желаю, ты меня не слышала. А теперь до тебя точно не доверишься. Блин, Тёма, ты-то какого хрена припёрся, а? Всегда в своем репертуаре. Лишь бы мужик был и бутылка к нему, а на остальное похер. И на меня тоже. Мать, он же пацан еще, море вестник, а ты расфуфырилась. Ну, губы хотя бы не мажь, не смеши людей. Рюмки только своей дешевой помадой заляпаешь. Ну, тарелки хоть вымой, мать! Ты, конечно, мне не ответишь, но я знаю, ты меня слышишь. Как отец, зачем я появился на свет? И почему жизнь моя была такой короткой? Вспомнить почти нечего. Ну,
большие деньги. Об этом долго вез в автобусе. А автобус такой маленький. Там и так пройти негде. И тут я еще со своим велосипедом. Все ругались. Шофер ругался. Старики, женщины ругались. Я сижу. Как вы с братом радоваться будете? Помню, отец. Конечно, помню. Ну и намучился же я своим подарком. Долго учился педали крутить. Велосипед тяжелый был, высокий. Чуть ли не с меня ростом. Я пока ногу через раму перекидывал, он падал. И я вместе с ним. Падал. И руки мои, и ноги мои все в поростом были. А еще с маской цепи. Брат надо посмеялся. Думал, я плакать буду.
Обращайся, старик. Спасибо, у меня зубов нет. Такие у меня нет. А ты вот сушки бери, водички размачь. Вкусно? Спасибо. Слушай, в ваших краях дорого зубы стоят? Дорого. И у нас дорого. А знаешь, где я первые зубы потерял? Скажи. В армии. Я еще при совке служил, в стройбате. У нас там этих ваших целая орда была. И дружно они так держались. Вместе. А у меня часы были механические. Хорошие. Отец подарил на школьный выпускной. Ну и ушли однажды мои часы. А тут опа! И на руке у одного урюка появились. Пошел разбираться, ага. Ну и получил по зубам. Вот что характерно. Мои ребята за меня не заступились. Не один. А те, ваши, за своего все кучи навалились. Я тогда не знал, на кого обижаться. На своих или на ваших. Да и до сих пор не знаю. Знаю, зачем я пришел. Знаю. Тут же деревня. Думаешь, сидит мент и ничего не делает? Зачем так говоришь? Ничего такого не думаю. Думаешь? Разве я? Искал я твоего сына. Искал. Честное слово искал. У нас тут за селом в лесочке поляны есть. Ну, где обычно молодежь махается? Я сам молодой был, там же дрался. Так я там все облазил. И ничего не нашел. И никого. Понял? Все. Конец фильма. Видать, они в другом месте отношения выясняли. Леха, с твоим этим, как его? Мансур. Моего сына зовут Мансур. Ехал бы ты, старик, домой. Ты же здесь без регистрации толчешься. Непорядок. Не могу. Я в глаза матери посмотрю. Должен я сына привести живого или мертвого. А может тебе денег дать? Не надо. Я зря не беру. У меня правила есть. Это так, на всякий случай. А вдруг Бог есть? И то верно. Слушай, старик, а ведь он пока живой был назад в вашу суверенную республику ехать не собирался. Он с трудом собирался строить. Ленка жена его и сам принял. И дурак есть ли Дмитрий на службу? Как тут не? Она в платочке, а у белой рубашки. Пока живой был, пожалуйста. Мертвый должен домой вернуться. Стрелич! А ведь вы, наверное, с ним в одной части служили. Да нет, пожалуй, постарше будет. Надо было спросить, интересно все-таки. И теперь он для меня иностранец, как англичанин какой. Да и я для него вроде как француз. Говорим по-русски. Ерунда какая-то получается. Французы с англичанами одной стране не присягают. Я коней напою, я куплет обою.
Чаще в России происходит стычки не между местными приезжими, а между самими мигрантами. Причем в драках зачастую участвует по несколько десятков человек. А заканчивается все не только тюрьмой на чужбине, но и могилой вдали от дома. В воскресенье что-то между собой не поделили 15 мигрантов, так что не успели. В итоге все они сейчас задержаны и, скорее всего, будут депортированы. Все участники драки в Москве были сотрудниками одного коммунального управления «Дворник». Что именно отмечали трудящиеся разных стран в один день, пока не ясно. Но изрядно выпив, они встали стенка на стенку. В руках одних были ножи и цепи, у других лопаты и металл. На прошлой неделе в Подмосковье начавшаяся драка окончилась более плачевно. Напившись, мигранты тоже начали выяснять межнациональные отношения с помощью ножей и подручного инструмента. Как итог, они убили несколько серьезно ранее. А может, к нам поедет? Не поеду. У нас принято, в семье мужа жить. А мужа больше нет. Одни фотографии остались. Даже могилы нет. Будет могила. Богом клянусь, будет. И что? Мне живой мужик нужен, а не могила. Я детей хочу. Мне в городе в мечети обещали найти хорошего мужа, мусульманина. Зачем тебе это все? Наша вера, наши сыновья, чужое это все для тебя. Ты на кладбище, на наши пойди да посмотри. На кресты, на даты. Стариков хранили, когда я еще девочка была. А сейчас до моих одноклассников очень не дошла. Одному в драке голову пробили. Другой на машине разбился. Легкого повесился. Остальные знаешь где? Сидят. А вы тут по новой сяду. Да, это все мое, и кресты, и мальчишки под ними. Устала я по поминкам ходить. Значит, не поедешь? Нет. Куда я? В своей земле поеду. Thank you.
Кеннеди в 45-м президентом США стал миллиардером, и в одна вышел не из конкурса «Мисс Вселенная» Дональд Трамп. Ему 70 лет, но о том, что вместе с президентом прозвучало еще в 1988 году на программе «Оупра Уинфри». Вы сказали, что если когда вы будете развивать на пост президента, то вы выиграете. Хаттабыч явился. Слышишь? Вставай! Сейчас желание исполнять будет. Слышь, Хаттабыч, а ты чё, без бутылки, да? Какой бутылки? А из той, которую ты вынес? Это сказка, да? Я чё? Тебе какой-нибудь сказочник, что ли, а? Ты чего к нему привязался? А ты кто? Так это ж папаша, чурека, который Лёха того, короче, зарезал. На мое несчастье пришел посмотреть. Ну что, доволен? У меня теперь тоже сына нет. Чего тебе еще? Поговорить надо. Он еще и говорить может. Уйди. Слыхал? Уходи. Уйди, сказала. Понятно, чувак. Пошел вон. Да пошла ты. Сука старая. Да если твой сын мог слышать такие слова! А он слышал! 100 раз слышал! Сначала морду бил моим мужикам и за слова, и за все остальное, а потом и сам так говорил. И правильно говорил. Стыдно ему было. А мне вот нет! Я не стыдливая! Я веселая! Напилась! Я пьяная! Не дойду я до дому, довела меня тропка дальняя до вишневого сада. Ну зачем так живешь? А все так живут. Что, пришел меня жизни учить? Я за сыном приехал. Должен домой привезти, похоронить как положено, чтоб я и мать могли прийти, вспомнить, поклониться. Я по селу ходил, спрашивал, никто не знает. У тебя одна надежда. Помоги. Не знаю я, зря ты пришел. Подумай, вспомни. Да мы ж с Лешкой в последнее время вообще не разговаривали. Он рано утром вставал и уходил. Поздно вечером возвращался и сразу спать. Ничего не говорил, огрызался только. Ну, может, рассказывал, что только намекни. Мне очень надо. Мой сын приходил ночью. Плохо ему. Помоги, помоги. Плохо ему. Уходи! Чего ты мне душу тянешь? Чего вообще не ломаешь? Уходи! Уходи! Уходите все! Уходите! Уходите! Thank you.
Феликс. Ну что, видел мать? Видел. Лучше бы не ходил, ненавижу ее. За что? А у тебя мать пьет? Нет, никто не пьет. А у нас все. Знаешь, у меня ж маманька раньше так не квасила. А праздником только по чуть-чуть. Я когда пацаном был, за стол садился и рюмки отбирал. Она меня к себе прижимала и говорила, ну, раз мужик сказал, не пью, значит, не пью. И ведь не просто так говорила, а какому-нибудь хахалю глазки строил. А он ее за ляжки хватал. Потом она отправляла меня погулять, а сама шла с этим, который за ляжки. Отец? Ха! Отец! А не было у меня отца! Был какой-то хрен, да в город свалил. В паспорте только отчество оставило все. Слушай, тебе хорошо. У тебя семья большая. Батя, что надо. Не бросил тебе. Мертвого не бросил. Да. Большая. Меньше 10 человек за стол не садилось. Мать-то кухни постоянно что-то придумывала. А что придумывать-то? В кладовке только рис, мука да лук. Барашка резали только по большим праздникам. Знаешь, а я мясо-то начал только здесь есть, на стройке. Зимой, если плохо поешь, ноги подкашиваются и мерзнешь. Так слушай, ты выпей. А зачем? Ну как зачем? Ну чтоб согреться. А работать как? Да как-нибудь. Ну да зануда, а. На сухую дела не делаются. Если люди собрались, что еще делать? А так выпей и поговори. Вот мы с тобой разговариваем и не пьем. Ну да, даже не курим. Ну что, не сердишься больше на мать? Да нет, пустил. Так всегда бывает. Злость проходит, а тебе потом стыдно.
меня алкаш. Просто посидел, выпил немножко. Да вот все вы так. Сначала просто сидите, а потом просто лежите. Приезжайте к канале. Вот не надо, Лен. Вот я еще, да, в канале ни разу не лежал. Ну так у тебя еще все впереди. Слышь, Ленка, а у тебя вообще какие там планы, а? В город поеду, мужика нормального искать. Нормально ты потом опять чуйка, да? Что ты? Берешь снятку! Ты что ли нормально? А чё? Все при мне, на здоровье не жалуюсь. И куда ты такой здоровый пошел? На кладбище. На. Представляешь, сидел, пил. Пусти! И тут мне в голову. Ты живешь, зажигалку забыли положить. На. Беги, сигареты положил, а зажигалку забыли. Вот он мне на пилку положил. Думаешь, так можно? Да сделайте вы со своей Лехой, что хотите. Мне наплевать. Леха и нехорош. Я тоже. Да что, вы хуже этих чуреков, что ли? Объяснила бы хоть раз. Она еще вам два, может быть, десять лет, и в тихую пил, и только там стукать нужно, настукать!
Thank you.
есть, а что? Сколько у моего сына времени? Так, думаю, сутки есть. Хватит? Хватит. Денег все равно больше нет. А этот парень хоть живой? Да вроде бы живой еще. А что с такими сделается? Они вечно жить будут. Thank you.
так? Так твоего сына выкармливать. Лёшка, мой сын ночью приходил, все так подробно объяснил, так что, старый, в лес айда за мной. Так пришел и сказал. А ты не смейся, на таким не смеется. И вообще я сейчас развернусь и уйду. Я и не думал смеяться. Лёшка сказал, что его твой сын послал. Ему там холодно, плохо. Холодно? Холодно? И мне так говорил. Похоже, женщина, ты правду говоришь. Рассказывай, где? Я сам пойду. У нас женщин мертвых не должны хоронить. У нас только бабы и хоронят, потому что все мужики выгнаны, а те, что остались, еле живые. Ладно, ладно, рассказывай. Пошли, проще показать, не лепейся, пошли. Ведь они нас слышат. Я верю, они нас слышат.
Борисович, Петрович, к нам помог Андрей Алексеевич. Хочу представить ему телефон, это сын. Сердце радуется. Спасибо вам, сынья.